Ну чё, ребятки, всем хай, вы на канале Экзи, и в этом видосе мы будем проходить прекраснейшую игрушку под названием Newer Super Mario Bros. VE. Как-то вот так вот. Получается, в предыдущем видосе мы с вами закончили на вот этом вот, то есть мы прошли полностью этот мир, как он там назывался, Sakura Village, вот, мы его закончили на 3 звезды, пишет прям вот 3 звездочки есть. Вот, собрали пока что все монетки, которые, ну, есть, всех, все миры, короче, которые мы прошли, все монетки мы собрали. Вот, ну и сегодня в этом видосике мы будем начинать новый мир, это у нас получается пятый мир, называется локация, вот этот вот мир называется Freeze Flame Glacier, типа как холодный огонь... Глейзер, не знаю как, Глейзер, не знаю что это такое, но первое что я понял это то, что типа холодный огонь, или нет, холодное пламя, да, flame, да, холодное пламя, как-то вот так вот, ну окей, в любом случае будем сейчас начинать проходить, получается, начнем с первого уровня и там уже посмотрим, что будет, мне интересно, что, какие уровни вообще нас будут ждать, так что усаживайтесь поудобнее, ребят, потому что мы начинаем. Также можете, не знаю, какую-то вкусняшку себе пойти приготовить, чаечек заварить, ну и тому подобное. Ну все, а мы, пожалуй, начинаем. Мы вот здесь вот сохранились, если я, ну, не забыл. Вроде, короче, все. Сразу же начнем, посмотрим, что нас ждет. Snowflyer Tundra. Ух ты, какая превьюшечка. Вау, вы слышите этот музон? Кайф. Так, сразу же костюмчик. Окей. Ребята, вы слышите этот музон? Это... Ой-ой-ой-ой-ой, да. Некрасиво получилось, но я просто не ожидал, что здесь будут... А кто это? Это что, пингвины? Мы их встречали раньше или нет? Походу нет. Так, наверху можно как-то поймать монетку. Наверное, просто отпрыгнуть от этого пингвина. Так, у меня много вопросов. А где пингвины? А вот. Бам, сейчас, секундочку. Не успел. Еще раз пингвинчика, пожалуйста. Давайте. Вот. Да блин, нужно на него как-то запрыгнуть. Еще раз, давай. Ну, спаунтесь, пингвина, давайте. А как? А как туда-то прыгнуть? Я не знаю, что-то даже. Туда вообще реально допрыгнуть? Окей, они вылетают из... А как допрыгнуть? Это точно возможно? Вот сюда я не могу запрыгнуть. Ну, такое чувство, что должен просто подпрыгнуть на пингвине, но у меня это не получается. А ну-ка еще разочек. Бам! Не получается, честно. Я пока что без понятия, как сюда запрыгнуть. Пока что не знаю. Может еще один? Давайте еще одного мне пингвинчика. Где он? Вот. Вот, получилось. Все супер. У меня получилось. Так что идем дальше. Идем сразу же дальше. Так, здесь пингвинчики вылетают. Их тоже... Они сразу не убиваются, как я понял. Осторожно. Сделаем вот так вот. Сразу пингвины не убиваются, то есть на них нужно прыгнуть где-то раз так 5. Ой, точнее, каких 5? Два раза нужно прыгнуть, чтобы убить пингвина. Так, здесь может что-то будет? Нет, здесь просто монетки. Кстати, заметьте, здесь очень легко упасть. Очень легко упасть, ладно, пофиг пока что на эти монетки. Ой-ой-ой, это опасно, ребята. Это уже здесь начинается очень опасно. Здесь, во-первых, можно упасть очень легко. В эту трубу можно зайти? Можно. Окей, погнали в трубу. Сразу же у нас здесь вторая монетка. То есть мы нажимаем на кнопку, и мы должны, я понял, просто пробежать. Let's go. Погнали. Все, супер. Пробежали. И, о, здесь лед, здесь очень скользко. Жесть, очень скользко на льду. Прям очень скользко. Так, этих давайте вообще не будем. Это какие-то новые мобы, морозные, что ли. Но давайте их не будем трогать, потому что мне кажется, что они меня просто убьют. Так, здесь у нас идут какие-то новые, прямо вот такие... Мобы, опа, это что такое? Это как эти сосульки или что это? Но оно падает, как я понял, если оно упадет на меня, то, скорее всего, меня просто убьет, осторожно. Так, будет костюмчик, ура, все, я очень рад. Тогда попробуем скатиться, вот так вот как-то. Да, как-то вот так вот. Ууу, круто, мне нравится. Все, давайте отсюда спрыгнем. Я что-то, наверное, пропустил. Опа, ну блин, ну я же не мог здесь... Ну окей. Мне нужно наверх. Короче, наверху что-то по-любому есть. Уже не вернусь. Уже. Ну уже все просто. Ну окей. В таком случае я попробую пойти вот сюда наверх. Я же могу сюда запрыгнуть? Да, могу. Окей, побежали.
Ну да, сосульки нас тоже могут ударить. Попыточка номер 3. Окей, наверх я не буду идти, ну его нафиг. Там, скорее всего, ничего нету, наверное. Да что ж ты будешь делать? Почему они так высоко прыгают? О, костюмчик, окей. Хорошо, хотя бы на этом спасибо. Не знаю, может я уже пропустил где-то третью монетку, а может и нет. Мы можем атаковать еще, серьезно? Я могу еще атаковать? Я что-то даже не подумал про это. Я думал, что мы не можем атаковать, но окей. А я могу заморозить? Нет, не могу, понял. В таком случае это хорошо, это большой плюс, потому что... Осторожно, боже, как же здесь опасно. Как же здесь можно легко упасть. А как здесь проехать? То есть мне нужно... А как? Окей, секундочку. Чтобы я сейчас не умер. То есть здесь можно как-то подобрать эту монетку? Но как? Вопрос хороший, согласитесь. А, вот так вот, прикинь. Прикинь, как это работает, жесть. Там что-то снизу, кстати, было упало. Прям какая-то большая, огромная сосулька. Или что? Ну там какая-то прям огромная ледяная глыба упала. Прям был звук. Жесть, это просто офигеть. Не, костюмчик очень крутой. Очень крутой. Уровень мне понравился, и мне нравится дизайн. То есть, это снежная атмосфера, этот музончик снежный. Короче, кайф, просто кайф. Я сейчас сохранюсь. И пойдем дальше. Ну что, идем дальше, получается. Второй уровень. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, второй уровень это у нас Snowball. Snowball Field. Типа как снежные вот эти вот снежные шары. Вот эта вот, короче, штука, которая. Короче, пойдем сразу же к уровню. Оху-ху, какая же превьюшка. Здесь будут новые вот эти штуки, которые будут бросаться льдом. Опа-на! Я это могу подобрать? Да, могу. А что будет, если я это брошу? А, окей. Этим я могу убить, скорее всего. А мне точно это нужно брать? А, ну, давайте возьмем, не знаю. Попробуем. Так, берем, получается, вот это. И нам нужно просто как-то... Как-то не в ту сторону, боже ж ты мой. Но я же могу, в принципе, его убить вот так вот. Разве нет? А, или же нет, или да, не знаю. Ну вот, могу вот так вот убить. Ух ты, это что такое? Это что за... Ледяная куча. Но ее точно никак не убить. Точно никак. Опа-на. Вы видите, кто это у нас? Вы видите, кто здесь? Это Йоши. Ура. Так, эту кучу мы сажать, да, мы не будем. Потому что мы не можем ее скушать. Я понял. А вот лед мы можем кушать? Не, не можем. Понял. В любом случае, у нас теперь Йоши. И это намного... Ну, это очень хорошо, что у нас Йоши. Только он, к сожалению, не может кушать лед. К сожалению. Но с Йоши будет все намного проще. Так, как пойти вниз туда? То есть здесь есть труба какая-то. А как сюда добраться? Как это сделать? Непонятно. Может, я что-то упустил? Может, какую-то, не знаю, там, трубу? Ну, хотя, сомневаюсь, здесь же ничего вроде как и нету. Окей, пойдем дальше. Пойдем... О, вижу трубу, я вижу трубу. Я понял, где то, что нам нужно. Так, осторожно, осторожно. Сейчас покаяется вот эта штука. И вот эта труба. Нет, не эта труба, окей. Вот это? Да, вот это. Скорее всего, вот эта труба. Так, здесь какой-то лед. А как я должен это пройти? А, вот-вот-вот, видите? Я вам как раз-таки про это и говорил. То есть здесь падают такие огромные ледины. Но здесь проблема в том, как же он скользит. Боже мой, ребят. Вы просто... Я в шоке. Как же Марио здесь скользит? Мне очень стрёмно. Мне очень стрёмно. Я не знаю... Я попробую сейчас запрыгнуть сюда. Давай, Йоша, не подведи. Все, 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 фух. Как же он скользит. Это просто ужас. Это просто ужас, ребят. В любом случае, мы здесь. Идем, значит, дальше сразу же. Вот сюда вот. Потихоньку, потихоньку, никуда не спешим. Никуда не спешим, потихоньку. Так, здесь какие-то... О, посмотрите на черепашки. Какие же они... Типа, знаете, в таком... как это называется? Шуба, что ли? Или что-то типа того? Ух ты, давайте лучше, как я понимаю, нам лучше залезть наверх, потому что здесь опасно. Так, прости, черепашка. Прости меня, черепашечка. Все, чекпоинт, супер. Значит, здесь есть... О, даже так, окей. Но мне он не нужен пока что. А я могу как-то это... Я понял, как это поймать. Я же могу лед размораживать. Стоп, как выпрыгнуть с Йоши? Я же могу разморозить... Да-да-да, могу, могу, окей, все.
Я что-то так и подумал, что можно так сделать. Все, Ёша, иди сюда, пожалуйста. Все, супер. Монетку мы поймали. Все, пошли сразу дальше. Пошли дальше пока что. Потому что я и так не знаю, что нас ждет. Да, это что только что было? Как это... Окей. Окей. Давайте представим, что этого не было. И пойдем спокойно дальше. Такс. Где-то еще должна быть третья монеточка. Но мы ее еще поймаем, я думаю. Точно не упустим. Это что только что было там? Там снизу только что... Так, ладно, мне нужно бежать, чтобы меня это не убило. Так, труба, окей. Здесь ничего нету, а здесь тоже ничего нету. Давайте, я их могу скушать? Да, я их могу скушать, супер. В таком случае супер, давайте этого тоже убьем. Так, сон не добрасывает, окей. Опа-на, и все. Этого тоже нужно скушать. Все, теперь безопасно, теперь можно сюда идти. Какая же здесь музыка прикольно играет, прям очень мне сильно нравится. Осторожно, осторожно, что ты так высоко прыгаешь. Такс, и бросим вот где-то туда. А здесь ничего нету, да, как я понял. Осторожно, чтобы не упасть. Как же Марио здесь скользит, это просто жесть, я вам отвечаю. Он так скользит на этом льду, это просто пипец. Это нужно просто прочувствовать, то есть буквально управлять становится почти что невозможно. Такс, но это еще не конец уровня. Я могу сделать вот так вот и могу выплюнуть вот так вот, бам, и все. Такс, еще раз давай. Такс, бам. Прям круто, круто, очень круто и эпично. Сюда нельзя. Ну, скорее всего, тогда сюда. О, тоже нельзя, блин. Время заканчивается, кстати. Время у нас заканчивается. Я не знаю, где... Осторожно, пожалуйста. Да, это снежная куча, ее никак не убить. А, я понял, что я должен был сделать. Вот это я только что зря. Только что... Ёши, не беги. Зря я только что выбросил свою черепашку, потому что нужно было, короче... А где она была вообще? Где была черепашка? Я что, даже и не помню. Но она где-то, короче, здесь была. Ну, сомневаюсь, что у меня получится собрать теперь третью монетку, потому что я понял, что мне нужно было сделать. Мне не нужно было выбрасывать черепашку. Теперь я сомневаюсь, что пройду... Ну да, теперь я уже не пройду вот это. Ну, то есть не соберу эту монетку. Скорее всего. Ну да, я ее не соберу. Но это было зря. Окей, сейчас попробуем еще раз. Только я возьму вот ту черепашечку, возьму и ее брошу. Получается, где, на каком этапе была та черепашка, еще нужно вспомнить. Так, вторая монетка у нас, да, она у нас есть, супер. Тогда нужно собрать, осторожно, третью. Так, с этого убиваем. Здесь тоже осторожно проходим. Осторожно, никуда не спеша. Короче, опа, это было только что опасно. Я включусь уже тогда, когда буду около черепашки. Хотя вот, даже эта черепашка, в принципе, может подойти. Но там есть другая черепашка, так что в любом случае, вот-вот-вот, после этого этапа она должна сейчас быть. То есть вот этого мы убиваем, идем дальше. Вот, и убиваем еще вот этого. Вот этого, воп, все. И идем дальше. И вот здесь где-то на этом этапе... Вот черепашка, вот-вот-вот-вот-вот, вот она. Черепашка, боже ж ты мой, не успел. Окей, тогда воспользуюсь другим вариантом. Пойду, значит, вообще вот сюда вот в обход. Там была наверху черепашка. Ну, потому что другого варианта я не вижу. Только остается такой вариант. Вот, вот та самая черепашка. И нужно ее взять. Вот так вот делаем. Надеюсь, что Ёши сможет ее продержать во рту у себя. Окей, ну и просто погнали. Спидран, такой, знаете, мини-спидран. Главное, чтобы Ёши ее не выпустил. Получается, перепрыгиваем. Так, погнали, погнали, Ёши. Беги, беги, беги. И пускаем сюда черепашку. Все, вот и все, ребят. Вы видели, что было? Окей, в любом случае я прошел уровень. Как же, вот только что он просто заскользил. Здесь такое дикое управление на льду, то есть почти что нереально. Это настолько сильно здесь заносит персонажей, вот когда на льду стоишь именно. Это просто ужас, это как будто машина на льду, то есть вообще почти неуправляемый. Офигеть. Окей, сейчас тогда сохраняемся и идем дальше. Ну что, мы будем продолжать. И куда же мы пойдем? Или же вверх, или же направо? Я бы пошел, честно говоря, направо. Что-то мне прям сюда хочется. Да, это получается третий уровень. Погнали. Фрости Хайлендс. Хайлендс. Интересно, что же нас ждет? Снеговики. Даже так, даже снеговики.
Окей. Так, сразу на всякий случай возьму вот это. На всякий случай, чисто. Ну. А, здесь какой-то снеговик. А ну-ка, я могу его убить? Я его не могу убить, и боюсь, что это плохо. Как его убить? Вопрос такой хорошенький. Окей, можно сделать вот так вот. А что будет, если я разбегусь и сделаю... Не могу, окей, окей, не могу. Я что-то даже не уверен, стоит ли его вообще убивать. Типа, есть ли какой-то в этом смысл? Ну, типа, зачем? Ну и что мне это дало? Окей, непонятно, то есть зря я, наверное, его убил. Не нужно было. Так, я сюда могу запрыгнуть? Окей, я сюда могу запрыгнуть. Пойдем, значит. А здесь еще снеговик, но я что-то... Я даже трогать их не хочу. То есть это просто как моб, за которого дают очки. И, в принципе, все. Так, кстати, их убиваем. Вижу монетку. Сразу уже вижу монетку. Мне интересно, вот этот снеговик, он может меня ударить или что-то типа того? Но я думаю, что может. Вот это только что было... Да. Некрасиво. Возьмем тогда лед хотя бы. И убьем этого чувачка. Все, идем дальше. Получается, так, спрыжок. Опа, вот видите, видите, как он скользит? Вон так всегда, просто всегда так скользит этот Марио. Просто жесть. Так, опа-на. Ну, окей, сделаем тогда вот так вот. А снизу вижу трубу. Я же ее видел. Вот, вот труба. Не знаю, куда она нас приведет. Так, это что такое? Вижу монетку, до которой не допрыгнуть. То есть нужно что-то включить. Наверное, вот это. А, ну да, окей. Погнали. Монеточка есть. Теперь, чтобы это... Ну, окей, здесь все просто. Здесь все просто, но прикольно. Прикольно, очень прикольно, что такое сделали. Так, и мы сразу где-то спаунимся вот здесь. Вот непонятно где. Сразу костюмчик. Костюмчик на базу. Чекпоинт тоже. Супер. Так, получается, здесь что-то будет? Нет, здесь ничего нету. Короче, заморозим одну черепашку. Заморозься, пожалуйста. Берем вот так вот. И вот так вот. Пошло-поехало. Это тоже нужно. Это тоже нужно. Вот так вот берем. И ба-бам. Ну, короче, погнали. Погнали дальше. Так, вижу наверху переключатель или что-то типа того. Только сначала давайте вот его убьем. Так, окей, нажмем. А, ну это просто монетки? Кстати, возможно, я их всех успею собрать даже. Нет, ну одна монетка. Ну боже ж ты мой, как же я не люблю эту штуку. У меня всегда не получается, просто не успеваю. Я не знаю, какую здесь нужно иметь скорость, чтобы успеть собрать все монетки вовремя. Это же... Ребят, вы видите, что это? Что это такое? Почему здесь так опасно? Почему здесь так опасно? Так, эту штуку я еще раз заморозить вроде как не могу. Ну, вроде как. Да, она не замораживается, окей. Как же здесь опасно. Боже ж ты мой, почему здесь так опасно? Ну, окей. Получается, нам нужно здесь прыгнуть просто. Окей, я сделаю все по-простому. Вот так вот просто. Бам-бам-бам-бам. Вот это было красиво. Вот это только что было красиво. А здесь, возможно, есть что-то снизу. Возможно, возможно. Это не точно. Мне вот интересно, как убивать этих снеговиков? То есть, как это делать? А то я что-то... Я реально не понимаю, как их убивать. То есть, на них нельзя запрыгнуть. А ну-ка, сделаем вот так вот. Что это такое? А запрыгнуть я не могу. Ну офигеть, а как его убить? Его же нельзя убить. Ну, по факту его нельзя убить. Причем никак. А, вот, окей. Окей, монетка здесь, все хорошо. Но почему снеговики бессмертные, я что-то не пойму. Зачем их сделали бессмертными? То есть их никак не убьешь. В любом случае, третья монетка у нас была почти в конце уровня, так что просто делаем хороший прыжок, и все. И все просто супер. Прошли уровень, три монеточки, и все супер. А вы знаете, я заметил, что сейчас, вот в последнее время, уже просто прохожу уровни сразу на 3 звезды. Это очень хорошо, потому что, ну, это означает то, что я уже привык играть в Марио, и как-то вот так вот. Ну что, сейчас пойдем, получается, в магазинчик. Так, погнали в магазин, посмотрим, что у нас здесь ждет, получается, здесь... окей, здесь ничего нету, то есть, ну как ничего нету, здесь у нас костюмчики можно купить за 3 монетки, ну или же акцию типа... 2 ледяных цветка и 3 костюмчика. То есть здесь все для ледяного биома, так скажем. Вот. А магазин называется... Магазин называется Glacial Market. Типа как... Не знаю как. Как и что это означает. Но в любом случае, куда пойдем дальше? Получается, здесь у нас какой уровень будет? Здесь у нас сразу босс. Даже так.
Но слушайте, нет, 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 это не по порядку, это не по порядку. Нам нужно сначала пойти вот сюда вот. Вот сюда вот, значит, тогда пойдем. Вот, получается, это у нас четвертый уровень. Frostbite Ridge. Окей, погнали. Погнали, погнали, посмотрим, что нас ждет. Frostbite. Ой, какая превьюшка. Там какая-то, кстати, новая штука. Видели? Там новая штука. Во-первых, эти прыгающие, как они называются, черепашки. Давайте ее просто убьем. Что это такое? Так, эту штуку, короче, я понял. Здесь вот эти штуки меня могут, скорее всего, убить. Вот снизу, которая просто, типа, что-то кушает. Ага, можно сюда пойти. Это куда? Это что? Это что такое? Ну я уже не успею. Я уже не успею. Здесь нужно как-то вообще очень быстро. Очень-очень быстро. Блин, ну я бы хотел, чтобы мне дали второй шанс. Ну окей, второго шанса, походу, не будет. К сожалению, не будет. Опа-на, вы видели? Здесь этот, как он называется? Боже мой. Все время забываю. Мне нужно его как-то убить. Ну, мы сделаем это по-простому. Давай, кто кого, кто кого. Я победил. Я победил, я победил. А здесь есть какие-то штуки. Здесь точно ничего нету? Вы прям уверены, что здесь ничего нету? То я что-то сомневаюсь. Ух ты, это что такое? Это что такое? Вау-вау-вау, опасно, опасно, очень опасно. Там есть какие-то блоки. Если их разбить, может что-то будет. Давайте попробуем. А, ну просто я понял, просто типа как грибочки, которые дадут нам жизнь. Осторожно. Давайте хотя бы разморозим эту штуку. Все, и пойдем сюда. Вон здесь труба, окей, здесь секретка. Сюда нужно зайти, потому что здесь будет... это первая монетка, я надеюсь. Ой, как это было опасно, да, это первая монетка. Это было только что опасно. Вот эти вот сосульки, они меня могли только что... Так, значит, экстренное включение. Я, к сожалению, просто попутал клавиши и случайно, буквально вот, ну, случайно остановил запись. Так что вот, возобновляюсь и пойдем дальше. Где мы, получается, остановились? А, ну мы вот как раз-таки вот сюда зашли. Тогда пойдем дальше. Пойдем, значит, дальше. Так, с этого нужно убить сразу же. Все, можно идти. А что там? Там что-то снизу есть. Окей, да, здесь что-то все-таки есть. Или нету. Но здесь вроде как ничего нету. Окей, тогда пойдем дальше. Вверху тоже ничего нету, в принципе. Окей. Начинается очень интересная часть. Что это такое? У меня вопрос. Окей. Так, осторожно, осторожно, осторожно. А зачем мне вот эти штуки вообще разбивать? Я не знаю, чисто ради монеток, скорее всего. Но не вижу смысла. То есть мне пофиг как бы на эти монетки. Так, здесь нужно осторожно, чтобы не умереть. Нужно как-то перепрыгнуть. Ну, как-то вот так вот, что ли. Окей, здесь ничего нету. Давайте еще вот это проверим на всякий случай. Опа-на. Видите, ребята, видите, что здесь есть? Получается, нам нужно... Нам, получается, с вами нужно вот запрыгнуть сюда. И как-то пустить пару огоньков. Вот туда вот. Вот-вот-вот, да-да-да-да-да. Вот туда. Еще пару огоньков нужно. Давай-давай-давай, Марио, давай-давай-давай. Все, супер, прыгаем. Все, и погнали в трубу. А здесь будет вторая монетка, наверное. Я так думаю. Так, куда пойдем? Это что такие за лабиринты? Это что за лабиринт? Стоп, и что, это все? А где монетка? Не понял. Сейчас вообще не выкупил. И в чем прикол? Типа... А в чем прикол, типа? Зачем я вообще туда пошел? Так, давайте сейчас этот вылазит. Попробуем сюда пойти. Окей, сюда нельзя, нельзя, нельзя. Пойдем тогда дальше. Ну, здесь должна быть, обязательно должна быть еще одна монетка где-то. Только где она прячется, я без понятия. Но она должна где-то здесь быть. Осторожно, осторожно. Так, ну ее пока что здесь нигде нету. Вообще нигде нету. Может, где-то здесь она спрятана. Вообще нет. Блин, вот это уже интересно. Где я мог так пропустить? Осторожно. Фух, фух, фух. Марио, не умирай. Пойдем давайте сюда. Стоп, это куда я? Это куда я? Это куда? Это уже что-то новенькое. Типа это на время? Нет, это просто нужно, скорее всего, просто продержаться. Окей, сделаем просто вот так вот.
Но эти штуки меня могут убить, как я понял, так что лучше их все-таки перепрыгнуть. Вот так. Здесь просто проехать, здесь просто пропрыгнуть. Сосульки. Они, кстати, вырастают, то есть они наново вырастают, это плохо. Так, цветочек, но мне пока что он не нужен. А сверху вижу, получается, а как ее вообще, как ту трубу попасть? Как туда вообще попасть было, я даже что-то и не понял. Там нужно, там, я чувствую, очень сложно, чтобы попасть в ту трубу. Осторожно. Так, сосульки пусть падают. А, так, это тоже должно упасть. Да, я понял, у меня мало времени, спасибо, игра. Я это понимаю прекрасно. Прекрасно понимаю. Но я в этом не виновен. Так, все, мы вроде как долетели. Так что поехали. Я не знаю, я, наверное, пропустил две монетки все-таки. Да, я пропустил целых две монетки, к сожалению. Ну, капец, конечно. Но чувствую, эти две монетки будут очень сложные. Так что я, конечно, сейчас еще раз пойду сыграю уровень, чтобы посмотреть все-таки, где они были спрятаны. Но... чувствую, поймать этих две монетки будет нелегко. В любом случае, сейчас я сохраняюсь и иду проходить еще раз. И уже включимся тогда, когда я буду около второй монетки. Короче, первая монетка где-то должна быть здесь. Да-да-да, вот. Вот эта вот штука получается. И поэтому нужно залезть. И что? А, ну и здесь, короче, была спрятана монеточка. Как-то вот так вот. Вот, это была первая. Третья находится чуть дальше. Я включусь уже тогда, когда буду около третьей монеточки. Ну и вот, получается, на этом этапе, как раз-таки здесь я пропустил, сверху была труба, которую я как раз-таки пропустил, там как раз-таки есть та монетка, которая нам нужна. Так, эти сосульки, боже, я их не люблю вообще, зачем вы сделали эти сосульки? Так, вот, вот, нам нужно сделать, значит, вот так вот, запрыгнуть на этот блок, и затем разбить, но у меня это не получилось, как бы, окей, у меня это не получилось, ну, дубль номер два. Ну что, сейчас попробуем еще раз, получается, вот сверху труба, нам нужно опять-таки разбить, допустим, вот этот блок, как-то, как же это сделать, боже ж ты мой, как же это сделать, окей, еще раз сейчас попробую, я просто не понимаю, ну смотрите, мне нужно ударить вот этот блок, запрыгнуть, затем, оно не запрыгивает, Марио, что ты делаешь, окей, но как мне, ну, о, у меня получилось, прикинь. Очень прям, очень сложно, конечно, но все-таки у меня это получилось. И здесь, получается, стоим на эту платформу, у нас подбрасывает сюда, здесь главное отсюда не упасть, и просто собирать монеточки, монеточки собираем. Так, главное не упасть, я тебя прошу, Марио, не упади. Вот, ну и вот наша монеточка, и все, супер. Идем в трубу, и сейчас нас где-то выкинет, пока что непонятно где. А, ну окей, около финиша. Это хорошо, короче, все. Уровень закончили? Супер. Но я вам скажу так, вторая монетка была очень секретна, то есть она прям очень секретная. Я не знаю, как ее можно так поймать с первого раза, то есть очень сложная монетка. Третья монетка тоже очень сложная, мне понадобилось, получается, три попытки, чтобы ее поймать. Так что вот каковы результаты. Ну что, а сейчас сохраняемся и будем идти дальше. Ну что, погнали дальше. Дальше у нас идет уровень, пятый уровень, называется Snowfall Peak. Типа как снеговые вершины, что ли, или типа того. Но, короче, посмотрим, посмотрим сейчас. Там, кстати, дальше идет какой-то вообще туннель. Вот там вот, но... Ну, окей, короче, пошли. Пятый уровень. Snowfall Peaks. Точнее, просто пик. Окей, здесь что-то есть? Сомневаюсь. Здесь ничего нету, да? Окей, здесь ничего нету, но я должен был, я это должен был сделать, то есть проверить я должен. Окей, там ничего нету, значит пошли тогда дальше. На всякий, вот просто вот сделаю вот так вот. Сверху здесь может что-то быть, или же нет, но окей. Здесь очень опасное место, вот почему, вот почему. Ух ты, боже мой, что происходит? Почему так опасно? Это глыба какая-то. А можно, может что-то наверху есть? Нет, ничего нет, окей. Я вас понял, значит тогда пойдем дальше. Пойдем, значит, дальше. Есть какие-то... Осторожно, опасно. Так, здесь много разных труб. Я уже даже понял, куда нам нужно зайти. Или сюда, или в красную. В желтую нет. Окей, значит, тогда в красную. Тогда по-любому в красную. Вот, делаем вот так вот. И, ну да. Это у нас красная труба. Стоп, а как мне... А, окей, я могу сделать... То есть, буквально своей башкой пробиваю целые глыбы. Ничего себе, Мария, ну ты даешь, конечно. Не знал, что он настолько сильный.
Так, вижу монетку, так что все хорошо. Получается, проходим вот это, все. Первая монеточка у нас есть, это хорошо, это просто супер. Ну и будем идти дальше, получается, в ту трубу мы зашли, значит, идем дальше. Эти черепахи, как раз таки я вам и говорю, что здесь очень скользко и можно очень легко упасть. Значит, этих черепах мы просто убиваем и сейчас пойдем дальше. Здесь очень скользкая поверхность, вот максимально скользкая, серьезно, в пещерах еще было нормально. То есть помните, я когда был в пещерах, я жаловался, что очень скользко. Поверьте, тогда еще было абсолютно нормально. Вот то, что у меня сейчас, это просто жесть. Это максимально сильно, вот максимально неустойчивая поверхность. А здесь что-то будет, какой-то может секретик. О, ну почему ты скользишь? Он даже скользит на блоках, чтобы вы понимали. Даже блоки какие-то здесь скользкие. Не знаю, может они замерзли или что-то типа того, без понятия. Но здесь, окей, здесь ничего нету. Абсолютно ничего нету. В таком случае пойдем дальше. Почему бы и нет? Только как мне разморозить этот блок? А, окей, все хорошо. Побежали, побежали, побежали. А, такс. Да нет, это просто ужас, ребят. Это просто ужас, он скользит как бешеный. Так, хорошо, я опять здесь. Он просто вот на этом льде, он скользит просто как ненормальный. Он просто ненормальный. Я не знаю как, но он так жестко скользит, что это просто жесть. Это какой-то уже дрифт получается. Так, я опять-таки не знаю, где вторая монетка. Я надеюсь, что я ее не пропустил. Я на это очень сильно надеюсь, что я ее не пропустил. Но пока что непонятно. Может где-то... Ну окей, здесь нету. Тогда пойдем дальше. Let's go, let's go. Так, боже, какой же лед здесь скользкий. Почему он такой скользкий? Этот лед. Я, конечно, понимаю, что он таким должен быть. Но это жесть. Очень сложно играть. Ну и как я это должен пройти? То есть, мне мало черепахи, которая здесь тусуется, да? То есть, мне ее мало все-таки. Разработчики так решили. И здесь тоже они лед решили поставить. Короче, это ужас. Я вообще, я... Сейчас у меня вопрос такой. Как поймать эту монетку? Вообще, это возможно? Вы уверены, что это возможно? Как это сделать? Как поймать эту монетку? Вы что? Вы что, смеетесь? Нет, 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 пожалуйста, нет, Марио. Как поймать эту монетку? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. То есть, мне нужно... Я что-то сомневаюсь. А как? Может, как-то... Окей, не так. Тогда как? Как это поймать? Как это чудо поймать? Как? Просто как? Окей. У меня есть одно предположение. Делаем вот так вот. Только здесь очень опасно. Нужно сначала разморозить вот эти штуки, эти глыбы, чтобы я мог здесь спокойно вот кататься. И затем уже размораживаем... А, там нужно прям осторожно разморозить, потому что я иначе просто упаду. Такс. Мне кажется, что я только что сделал уже очень плохо. Я уже очень плохо сделал. Это нужно было делать с той стороны. То есть с этой стороны нужно было размораживать. Как-то вот так вот. Раз. Два. Пожалуйста, давай два. Два. И три. Ну все, теперь я это точно не поймаю. Теперь я это точно не поймаю. Теперь это все, это конец. Или же нет. Или же нет, окей, только... Я что-то сомневаюсь, что у меня получится, но я все-таки попробую. Такс, окей. А как мне отсюда теперь вылезти? Я же смогу отсюда выпрыгнуть. Окей, я смог, ребят, я смог. Супер, меня это радует. В таком случае идем дальше. Как видите, монетка была очень опасной, но мы это сделали в любом случае. Так что хорошо, идем дальше. Так, с этих мы убиваем. Такс, и идем. Так, здесь много сосулек. Я лучше подожду, пока они упадут. Не буду все-таки рисковать. Давайте пойдем сюда, в эту трубу, если можно. Нельзя, окей, я вас понял. Сюда нельзя. Так, этот чудик у нас будет бросаться. Окей, просто сделаем вот так вот. Здесь только гриб. И все. Окей, я думал, здесь что-то будет покруче. Так, как мне его вообще убить? То есть он бросается буквально без перерыва. Ну, хотя бы его убил. Только он меня заморозил. Окей. Окей, так, здесь что-то будет? А, ну здесь только пингвины, окей. Значит, в таком случае пойдем дальше. У нас где-то еще должна быть третья монетка. Пока что непонятно. О боже, ты мой, ты что здесь делаешь? Там дальше можно было пройти, блин. Там дальше можно было пройти. А что это такое? Типа это сделано для того, что... А, понял, окей. То есть мне нужно...
Короче, где-то я упустил все-таки третью монетку, я не понимаю где, но вроде как в самом конце мне не нужно было залезать в трубу. Если бы я прошел чуть дальше, там была бы третья монетка, ну, скорее всего. Но я сейчас опять-таки попробую перепройти уровень. А, даже так, окей, в таком случае все хорошо. Здесь, короче, две концовки, и сейчас я пойду проходить вторую концовку. Значит, мое предположение таково, вот видите, здесь я просто зашел в трубу, а нам нужно вот пойти сюда, да, здесь даже можно блок разбить, окей. Пойдем посмотрим, ну, в принципе, да, вот, о, кстати, вот и третья монетка, и вот и выход. Получается, делаем вот так вот, и все, монеточка у нас есть. И можно, в принципе, идти. Я могу разбить, да, я могу разбить. Все, погнали. Погнали к выходу. Так, этого чувачка просто сейчас убьем сразу же. Сразу же убиваем. И здесь есть даже трамплинчик. Ну, можно подпрыгнуть высоко. Ну, как высоко. В принципе, у меня и так много жизни, так что пофиг. Просто, просто подпрыгиваем и все. И готово. Level clear. Типа как level пройден. Супер. Пока что все супер. Собрали три монеточки, открыли какой-то ход секретный. Куда-то, непонятно куда. Я предлагаю, конечно, туда пойти. Но мне очень интересно, что там есть. Но давайте сначала сохранимся. Все, а теперь давайте пойдем и посмотрим, что же там такое интересное. Такс. Ух ты. Ух ты, это что за биом такой? Жесть. Но нам нужно это пройти. Давайте сейчас, наверное, пойдем это пройдем, потому что это очень важная штука. То есть, The Red Switch Palace, типа как переключатель красных блоков. Это много чего нам даст и много чего нам, короче, это хорошая штука. Это нам нужно. Только, в чем прикол? Нам это просто пропрыгать или что? Здесь какие-то разноцветные черепашки. Абсолютно всех цветов. Не знаю зачем. О, даже черный есть, ничего себе. И что я этим сделал? Зачем? Зачем я это сделал, непонятно. Но окей. Пойдем дальше, странно. Здесь можно упасть. Что? Здесь можно даже умереть. Ничего себе. Но я не хочу это проверять. Кстати, здесь время даже не идет. Я только сейчас заметил. Так, давайте перепрыгнем. Здесь ничего нет, окей. Здесь ничего нет, я хотел просто проверить. В таком случае просто прыгиваем, запрыгиваем. Ба-бам, все. The power of switch will turn, да. Все вот эти красные блоки теперь включены. Где их не было, они теперь включены. Это очень хорошо. Нажимаем save, сохраняемся, окей. И все, и пошли дальше, получается. То есть это просто как переключатель красных блоков. Все, и сейчас, получается, будем идти к мини-боссу. Ну что, ребята, вы готовы? Let's go, поехали, посмотрим, что нас сейчас ждет. Crystal Frost Tower, типа как кристаллическая... короче, какой... Короче, баш... О, здесь идет... Здесь на скорость, серьезно? А я не могу сюда запрыгнуть, я не могу запрыгнуть. Попробуем еще раз, я что-то не понял, я что-то вообще не понял. А, я могу по этому лазить, окей, это уже интересно. То есть я могу лазить по этим штукам, по этим блокам или что это такое. Окей, это уже поинтереснее, только если я сейчас упаду, боюсь, что я просто умру. Это что такое? Здесь... Я чувствую, это будет очень интересный уровень, потому что здесь будет сложно. Это еще мягко сказано. Это еще мягко говоря, что здесь будет сложно. Во-первых, здесь эти штуки, которые... О, монетка. Стоп. Окей, окей. Плохо в том, что я сейчас просто могу умереть. Но одну монетку я поймал. Куда дальше? Сюда, наверное. Так, окей. Здесь очень легко умереть, ребят, чтобы вы понимали, здесь просто максимально легко умереть. Труба, в которую зайти нельзя. Окей, осторожно. Я хочу вот это. Ну, жадность, так сказать, сгубила фраера. Но окей, ничего страшного, попыточка номер два. Попробуем еще разочек. Так, сюда. Все-таки не нужно было брать этот огненный цветочек. Так, здесь, может, нам что-то дадут. О, дадут грибочек, супер. Грибочек у нас есть, пошли дальше, пока что я не думаю, что здесь где-то будет монетка. Здесь ничего нету вроде как. Окей, здесь очень опасно, но сюда... Окей, а как мне это пройти? А, даже так. Стоп, а там монетку нужно поймать, ее вообще возможно поймать, вы уверены? А то я что-то сомневаюсь, то есть мне нужно проспидра... Да ну, вы что, издеваетесь? Как ее нужно было вообще поймать? Я уже не спущусь. Ну, то есть я уже не смогу спуститься.
Но там нужно как-то было поймать монетку. Я вообще в шоке. Как ее поймать? Вы что, издеваетесь? Но надеюсь, что хотя бы третью я смогу поймать. А то как-то будет обидно, что я не поймал две монетки. Такс, где здесь может быть монетка? Пока что еще нету, но пофиг. Главное, чтобы мы еще выжили. Боже, как ты скользишь. Не нужно так скользить, пожалуйста, Марио. Не нужно меня так пугать. Так, здесь прям... Я как понял, мы поднимаемся куда-то вверх, прям в какую-то башню. Это... А как прыгать? А он не хочет прыгать. Что это такое? Как этим управлять? Как этим управлять? Я еще даже не разобрался. Окей, я две монетки все-таки пропустил. По той причине, что я так и не понял, как этим управлять. Вот на этих вот штуках. Лиана или что это, я не знаю. Но я не понял, как этим управлять. Плюс к тому еще камера едет. Я еще даже не могу разобраться в управлении нормально. Потому что это новая механика, с которой я раньше не сталкивался. И игра мне даже не дает время, чтобы понять, как это делать. Что с этим делать вообще. Но окей, плохо в том, что у меня... Ну, у меня только... Окей. У меня ничего больше нету. То есть здесь больше нет никакого блока. О, есть, прикинь. Нащупал все-таки. Ну что, в таком случае пойдем к боссу хотя бы. Убьем, попробуем его убить. И будем перепроходить уровень на две монетки. Конечно, я не понимаю, как я их должен поймать. Так, здесь... Это что такое? Это что такое? Стоп, а что мне с этим делать? Йоши? Окей. Ну это интересно, конечно, но что мне с этим делать? Я могу это поймать? Да, я могу это поймать. Это нужно как-то... Окей, я, наверное, понял, как. Ну, теперь уже не особо понял. Стоп. Я запутался, ребят, я запутался. Мне, конечно, извините. А как его... Вот, окей, у меня только что это получилось. Только мне нужно Йоши поймать. Йоши, пожалуйста, иди ко мне. Почему ты не хочешь идти ко мне? Что с тобой не так? Осторожно. Осторожненько. Так, значит, по ним... Нам нужно поймать вот это. Бросить. Ага, здесь нужно еще время выбрать. Здесь нужно еще прям подхопить вот это вот время. Его выпустить. Офигеть, а как я это должен... Здесь нужно тайминги просчитывать, прикинь. Здесь нужно прям посчитать тайминг. Я в шоке, еще он не хочет садиться на Йоши. Ну, сядь ты уже, пожалуйста. Хотя бы вот так вот. Блин, я что-то вообще не понял. То есть нам нужно поймать, пустить. Вот, у меня это опять-таки получилось. Но сколько так раз мне нужно сделать? Вот хороший вопрос. То есть сколько раз мне нужно вот такую вот штуку проделать? Вот. А, все? Только три раза? Окей. Окей, но при этом я чуть не умер. При этом я чуть не умер. Но очень интересная механика, просто опять-таки в этом нужно еще разобраться. Я до сих пор не понимаю, как работают эти лианы, по которым Марио типа как полз на руках. Я не знаю, я сейчас буду перепроходить уровень, но я без понятия, как, то есть, как мне успеть разобраться с этой механикой, если... Короче, не знаю, но буду сейчас перепроходить и уже включусь тогда, когда буду около второй монетки. Вот здесь и есть, получается, наша вторая монетка. Как ее поймать? Ну, насколько я предполагаю, смотрите, мы бежим сюда, спускаемся. И просто поднимаемся вверх, то есть я разобрался более-менее с этой механикой, как это работает. Окей, я понял, как эта механика работает, так что вторая монеточка у нас есть. Включимся уже тогда, когда будет третья монетка. Так, и здесь у нас получается третья монеточка. Нам нужно сделать вот так вот, вот так вот. То есть здесь нужно все очень быстро вот это все проделать, вот, полезть, то есть... Это, конечно, очень странная механика вот этого, я даже не знаю, как это назвать, то есть Марио буквально лезет по какому-то канату или что-то в этом роде. Вот, но в любом случае мы около босса, и сейчас давайте еще разочек его просто убьем. Надеюсь, что сейчас получится еще второй раз, почему бы и нет, чтобы еще окончательно разобраться с этой механикой, как оно работает. Я вроде как уже разобрался, как с этими канатами работает, или что это такое. Но, окей, так, нам дают Йоши сразу же. И получается, вот, мы делаем вот так вот, делаем вот так. Но здесь нужно, вот видите, здесь нужно еще подобрать тайминг. То есть где-то вот в этом промежутке бросить. Давайте еще бросим. Еще бросим. Еще бросим. Осторожно. Так, давай, это ко мне. Сюда, да, здесь нужно поймать тайминг. Здесь просто
тайминг, нужно вот вычитать вот этот вот тайминг. Вот, у меня получилось только что. Второй раз у меня получилось. И еще разочек давай. Бам. И все. То есть, видите, главное здесь просто рассчитать тайминг и, ну, просто понимать. Понимать, когда он упадет. Вот, ну и, в принципе, все. Ну что, ребятки, как-то вот такой вот видосик у нас сегодня получился, так что если он вам понравился, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, мне будет очень приятно, но еще и подписочку можете оформить. Ну и, в принципе, как-то вот так вот, мне все нравится, уровень красивый, мир вообще просто шикарный, вот этот вот снежный биом, это все снежное просто, очень атмосферно и очень круто, так что... Как-то вот так вот видосик вот такой вот у нас сегодня получился, как я уже и говорил. Так что вы были на канале Экзи, ждите новых видео, до скорых встреч и еще спасибо за просмотр. Ну все, всем удачки и всем пока-пока!